Привет, друзья! Тогда как я изучаю русский язык? Я слушаю много, я читаю, я слушаю подкаст на русском языке, я читаю не очень сложные тексты, я смотрю сериал на русском языке без субтитров. Я закончил недавно сериал, называется «Метод». Мне очень понравилось. Тогда, друзья, я думаю, что нам нужно слушать много, читать много, потому что если ты не понимаешь ничего, ты не можешь говорить ничего. Это правда. Спасибо и пока.